В регионе появилась новая организация – Владимирский футбольный союз. Она объединит усилия, связанные с развитием футбола в области. В союз вошли тренеры детских и взрослых команд, меценаты и все, кто связан с игрой. За создание союза единогласно проголосовали более 30 человек. Инициативу поддержала Межрегиональная федерация футбола «Золотое кольцо». Но никто не умоляет и никто не хочет ставить в противовес какой-то другой организации. А мы хотим работать вместе. И вот те люди, которые пришли сюда, были приглашены для участия в этой учредительной конференции, имеют право быть в разных, значит, федерациях, региональных, городских, по своей работе что-то делать. Только созданному Владимирскому футбольному союзу предстоит много юридической работы, чтобы получить официальный статус. На должность президента организации выдвинули 4 кандидатуры, но по факту на выборы прошли двое. Евгений Дурнев 10 лет провел на поле, еще столько же работал тренером. Сегодня он заместитель директора клуба «Торпедо Владимир» по спортивной работе. Вторым кандидатом стал Николай Чинкин, куратор многих спортивных игр, судья с многолетним опытом. После закрытых выборов президентом союза назначили Евгения Дурнева. За него проголосовали 26 человек против 7. По его мнению, официально аккредитованная сегодня областная федерация футбола в последние годы вела политику раскола среди команд области. Это и побудило меня, человека, который всю свою карьеру посвятил Владимирскому футболу, за исключением выступлений в премьер-лиге в качестве профессионального игрока, в непростой период становления новой футбольной организации, возглавить ее. Я достаточно занятый человек, одних обязанностей в футбольном клубе «Торпедо» не хватает с головой. Но считаю, что я смогу принести пользу Владимирскому футболу и смогу наконец-то объединить футбольные силы Владимирской области для плодотворной работы. В работе футбольного союза Евгений Дурнев хочет опираться на федерации в городах и районах. В каждом должны проходить чемпионаты, которые помогут отобрать лучших игроков для областных соревнований. В районах также появятся филиалы частных футбольных школ для детей-дошкольников. В будущем они смогут перейти в команды «Торпедо» и «Муром». Развитие женского футбола, новые разновидности игры с мячом, успешные выступления в первенствах России. Насколько реальны планы нового Владимирского футбольного союза, покажет время. Карина Романова, Евгения Волкова, Виталий Сергиев, «Губерния 33».